Деньги списаны. Она не могла не пройти. Деньги списались. Ну да. Ага. Ага. Да. Ну как там удалось сделать? Пока машину-то я звонил, там вообще он там раскопал, там проблемы какие-то еще дополнительные исследуют. Там какие-то датчики, фигатчики, кислородные датчики. Я говорю, я чувствую, что там на машине невозможно ездить. Я ему так сказал, говорю. Ну, видишь, это что делать? Старым большие пробеги у меня. Потому что маленький пробег он незаметно, а у меня машина греется, видишь? Ну вот надо было, наверное, если тоже. Я уже тоже так подумал, честно говоря. Она, в принципе, мне кажется, не рентабельна. Ну, в смысле, не покупная машина. Ну, видишь, уже столько вложено, уже вроде как жалко продавать. Надо поездить. Я думал, мы по осени ее скинуть. Но я бы хотел просто на автомате, чтобы была автомат, да и все. Что-то дырка не за эти деньги можно было на автомате взять. Ну, не за эти деньги, там дороже бы она стоила, но все равно. Вот. Это градусик нам найти, мерить еще. Да, ну ладно, так как будет известно, я позвоню. Может, сегодня что он там будет. Но он целый день сказал, что он занимался машиной.
понимаешь, как ты должен что-то сделать. Вот. Ну, ладненько тогда, все, да, давай, да.
Thank you.